Всем привет, друзья! С вами Света, ваш алкоголик со вкусом. Как вы можете заметить, в Турции наступила зима, поэтому нужно утепляться и искать теплые вещи. Но даже не про это. LC Waikiki – один из самых популярных магазинов в Турции. И аутлет я вам уже показывала. Теперь давайте посмотрим, что же продается в самом обычном магазине Waikiki. Идемте. Мы с вами находимся в Азделек Парк, такой новый для меня торговый центр, я здесь впервые, но мне очень нравится, здесь располагаются все известные нам магазины, ну и, конечно, любимые кофейни. Ну а нас с вами интересует именно вот этот магазин, пойдемте. Заходим в женский отдел, тут у нас с вами Индирим везде, давайте смотреть что-нибудь привлекательное для нас. Ну, кстати, типа кожаные штаны. Интересно, со скидкой они стоят 199 лир. Большой отдел распродажных рубашек. Вот такие вот плотные белые по 240 лир. И вот такие вот симпатичные, яркие. Оранжевые и фиолетовые всего по 145. Смотрите, штаны стоят у нас 240 лир. Такие на распродаже вообще сейчас за 130. Толстовка 230 лир. Кожаные куртки у нас по 600 лир. Понятное дело, что это не натуральная кожа. Вот эти мне очень нравятся, прям классные. Вот сейчас даже думаю себе примерить и взять, потому что, ну, холодно реально стало. 600 лир стоит такая. Есть еще в зеленом ярком цвете. Кстати, удобно, что куртки сейчас уже все распродаются. Вот такая вот есть за 300 лир, кожаная. Вот такие беленькие тоже. За 450. Я люблю белые куртки. Муж мой, конечно, смеется надо мной всегда, потому что я как свинья хожу, но все равно выглядят они стильно. Жилетов тоже большой выбор. Вот такой вот под кожу за 350 и черные за 400 лир. Ботинки, кстати, весьма неплохие по 400 лир. Смотрите, выглядят прям очень даже ничего. Есть более классические без резинки за 350. Вот эти тоже мне понравились, вообще 250 стоят. И черного цвета также есть. И, конечно, наши самые любимые, да, тоже имеются. Вообще такие вообще стоят 250 лир, но они немного такие прорезиненные, знаете, а-ля сапоги из Зары. Есть вот такие вот полусапожки на каблучке, тоже ничего выглядят. Стоят они 300 лир. Вот эти очень даже симпатичные по 899 лир. Какие-то прям вот дорогие. Интересно, чем они отличаются по качеству, мне кажется, особо ничем. Есть тренчи, смотрите. Так, по 1000. И вот какой красивый цвет. Батюшки тоже 1000 лир стоят. Очень симпатично. Причем цвет на деле немного ярче. И еще один большой отдел с куртками. Мне, смотрите, сразу приглянулась вот эта. Слушайте, прям очень классно выглядит. Я ее не видела ни в одном магазине. Стоит она 600 лир. Конечно, дороговато, но сами вот эти детали и цвет, ну, прям отлично. Вот это тоже очень даже ничего. Зеленая. Какая она стоимость? 899 лир. Здесь также большой отдел джинсовых вещей. Давайте посмотрим рубашки, мои любимейшие. Смотрите, есть такой в черном цвете за 450 лир и голубом за 200 лир, но она менее плотная. Искусственные шубы, очень популярны среди турчанок. Давайте такую яркую посмотрим, хотя цены у них одинаковые по 700 лир. Весьма неплохие джинсы мам за 170 лир вообще. Вообще, конечно, огромный выбор. Не знаю, либо я не замечала, что здесь есть разные модели и разного по цвету, что хочешь себе и скини, и пушап, и слим мам, и стрейчинг. Ну вот цены в среднем по 350 лир. И какой-то огромный отдел заходим с распродажами. Давайте посмотрим сумочки. Мне нравятся вот такие вот. Вообще по 130 лир. Черная, весьма такая вот классическая, кстати, прикольно выполнена. Так, тут нет цены, сейчас посмотрю на другой. Нет, к сожалению, у них у всех сорваны ценники. Наверное, будет какая-то переоценка. Но я думаю, что не больше 200 лир. Я, кстати, хотела себе какой-нибудь кардиган, поэтому сейчас буду подыскивать. Ну, такой вот мягкий, мне кажется, у меня был такой в университете за 200 лир. Вообще отлично. Тут вообще довольно большой выбор всяких распродажных. еще вот такой зеленый есть с ромбиками. Понятное дело, что это все такая, знаете, синтетика. 250 лир стоит он. Но, как мы с вами знаем, синтетика сейчас есть везде. Не факт, что купив свитер за 1000 лир, он не будет синтетическим. Такой стоит 150. И вот тоже такой у нас стоит. Тоже стоит 150. Впервые вообще вижу, здесь есть отдел для женщин, взрослых женщин. И здесь представлены такие вот всякие варианты с длинными платьями, например. Вообще более такие скромные. Смотрите, жилеточки, например, да? Прям вот типа магазин, точнее, прям вот отдел для бабушек. Юбки, все имеется. К примеру, юбка стоит 200 лир. Ничего себе прям. И отдел есть LC Waikiki Basic. Прикольно. Тут у нас должны быть всякие трикотажные вещи. Смотрите, вот это вообще классная тема. Наверное, мне такая нужна будет здесь. Это жилетка. Такая вот теплая, чтобы одевать под какие-то, не знаю, более легкие верхние вещи за 200 лир. Кардиганы по 200 лир есть в бейсике. Также есть, видите, вот такие вот лонгсливы разных расцветок по 100 лир. Мне кажется, цена вообще великолепная. Ну и что мне нравится сейчас, то что в Waikiki появились отдельные отделы с бельем. Я, честно сказать, недавно прям себе купила трусики, которые стоили очень дешево, но они прям реально классные. Вот такого плана, причем, да, ближе. И цена их, друзья, 89 лир. При этом это очень даже приятный хлопок. Ну что ж, надеюсь, общая масса вам понятна. Теперь пойдемте в примерочную. Кстати, хочу отметить, что здесь классные примерочные, всегда довольно большие, светлые. Я здесь набрала несколько вещей. В общем, давайте начнем смотреть, что же здесь есть. Смотрите, какой необычный образ у меня получился. Единственное, конечно, я взяла слишком большую кофту, тельняшку. Не знала, что здесь есть вот такая вот прикольная деталь в виде выглядывающей футболки. А это очень классно. Как мы помним, всегда нам создается такой вид многослойности и становится намного-много интересней. Вообще, довольно приятная такая вот тельняшка. Если взять мой размер, сейчас посмотрю, какой это. Да, это на мне L. Если взять мой размер, то будет очень даже интересно. И, кстати, такая стоит у нас 250 лир. Так, и показываю вам таким образом очень милые джинсы. Во-первых, они довольно-довольно приятные. Они, знаете, такие тянутся, нигде ничего не жмет. Ну и вообще сама форма сейчас тоже очень популярная в Турции. Это, видите, такие вот подрезанные, раскрешенные к низу джинсики. Выглядит вроде как, ну, прикольно. Сзади сидят тоже красиво. И стоят такие 350 лир. Ну и смотрим трендж. Слушайте, мне прям очень даже нравится. Помните, в одном из выпусков я показывала вам идеальный зеленый оверсайз трендж. По-моему, он был в Бершке. Но он был настолько плохого качества, сама ткань, что, конечно же, я прям себя заставила его не покупать. Здесь же мне нравится оттенок, очень схож с моим тренчем, который остался у меня в Москве. Единственное, чего мне здесь не хватает, это длины, да, если бы тренч был немного подлиннее, было бы посимпатичнее, но его оверсайзность мне нравится, тем более, получается, там он 103 800, почему нет? Давайте застегнем, посмотрим. Ну и в застегнутом виде вполне себе, мне кажется, все это выглядит. Вообще сочетание, конечно, джинсы, тельняшка и тренч, ну прям, мне кажется, такая классика. Напишите в комментах обязательно, как вам. Немного бабушкиного стайла, но, слушайте, мне такое на самом деле нравится. Вспомнила, где раньше мы с вами могли купить такие жилетки в Юникло. Юникло, если вы слышали, не собираются возвращаться в Россию, но Waikiki в России есть. Поэтому мне кажется, что такая неплохая альтернатива. Единственное, на мне размер L, но я бы не сказала, что он какой-то супер оверсайз. Но для небольшого утепления, да, наслоения, мне кажется, прикольная тема. Жилет стоит, кстати, 200 лир. Показываю вам еще худи. С худи, конечно, здесь вообще ни в одном магазине нет никаких проблем. Все стоит очень дешево, но мне понравился именно этот, потому что вот только гляньте на этот шикарнейший оттенок. На мне XL, но очень классный, сидит. Прям, знаете, такой настоящий оверсайз. Вообще, на самом деле, мне все больше начинают нравиться вот эти джинсы. Я уже выявила в них несколько плюсов, да, они очень такие, знаете, комфортные, не ощущаются на мне. Еще мне нравится возможность таких джинс носить с длинными носочками, да, и не думать, что у тебя там что-то замерзнет. Ну и прикольно, действительно, с ними смотрятся вот такие вот оверсайзные вещички. Этот свитшот у нас, кстати, стоит 250 лир. Так, ну и следующий образ, кстати, совершенно случайно взяла точно такие же джинсы, просто другого оттенка и с другой конфигурацией, да, здесь есть возможность даже как в Левайсе, например, выбрать длину. Давайте, чтобы не быть голословной, у нас здесь с вами 24-30, а сейчас на мне 32, это длина. То есть, если черные джинсы у нас были с вами экстремально такими короткими, то эти более классические. Стоят эти также 350. И вот такой вот милый джемпер на мне за 250. Кстати, мне очень нравится сочетание цветов. Он довольно мягкий. И мне нравится то, как он вообще сидит. Знаете, довольно объемно. Кстати, посмотрите, в этих видно лучше, насколько хорошо они сели, да. У нас с вами высокая талия. И по попе очень даже женственная. Ну и смотрите, какая классная, ярко-зеленая рубаха. Вообще цвет, конечно, камера не передает, поверьте на слово, за 170 лир. На самом деле, немного необычно для меня, потому что на размер S я привыкла к более таким оверсайзным вещам, но мне все равно очень даже нравится. Знаете, в Турции очень много девушек носят женственные вещи, и здесь как-то приключаешься тоже. Поэтому я, конечно, оверсайз люблю, но иногда можно одеть и что-то типа вот такого вот. Ну что ж, друзья, давайте по нашей с вами традиции подведем итог магазина Waikiki. Слушайте, что я скажу о нем? Огромный плюс этого магазина — это то, что цена равно качеству. А иногда цена очень даже низкая за довольно хорошие вещи. Да? Например, 1000 рублей за джинсы, мне кажется, это вообще вполне себе адекватная цена. А еще мне нравится этот магазин тем, что даже несмотря на то, что я нахожусь сейчас в Анталии, в Турции, вы можете зайти в Waikiki в России и увидите плюс минус такие же цены и такой же ассортимент. Я скажу вам честно, я сравнивала, я заходила на сайты, поэтому все это можно найти с радостью. Вообще знаю, что Waikiki очень многие люди любят, и когда приезжают в Турцию, сразу едут в этот магазин. У меня есть другие любимчики, которых я обязательно сниму вам видео, но все-таки буду рада почитать ваши комментарии насчет этого обзора и вообще всего бренда. Ну а я вам желаю, как всегда, отличного дня и отличного шопинга. Пока-пока!